сюда пришли? Какую услугу получить? Да мне надо было квитанцию забрать. А что вам ответили? Сказали, не работаем. Не работаем. Так были вынуждены говорить сотрудники налоговой службы всем посетителям, которые по привычке приходили в инспекцию с 1 по 7 ноября. Все из-за введения нерабочей недели. С такой проблемой налогоплательщики столкнулись впервые. 8 ноября все организации заработали в обычном режиме. Но от введения в будущем новых ограничений гарантий никаких нет. Пандемия продолжается. В связи с этим налоговая инспекция советует жителям перейти на бесконтактное электронное взаимодействие. Почти любую услугу можно получить онлайн. Для этого нужно перейти на официальный сайт налоговой или в мобильное приложение. В интерактивном режиме граждане могут уплатить налоги, узнать результаты обращения или жалобы в налоговые органы, направить любое обращение. Также инспекция напоминает, необходимо уплатить налоги до 1 декабря. На сегодняшний день налоговые уведомления разосланы по почте и в личный кабинет налогоплательщиков. Если вы не получили уведомление, то мы рекомендуем обратиться в налоговую инспекцию. Оплатить можно на госуслугах, в личном кабинете, через сервис уплаты налогов и пошлин на сайте ФНС или через интернет-банк или в банковском отделении по реквизитам из уведомления. Уплатить налоги можно и за третьих лиц – супругов, родителей, детей. Рената Столярова, Семен Егоров, Новости Юго-Востока.